учащийся лучше усваивает материал, и это повышает заинтересованность в предмете. Цель проекта – это собирать интерес для дальнейшего индивидуального изучения такого направления, как супрематизм. Супрематизм для меня таит много потенциала для использования в различных видах творческой деятельности. Это мебельный дизайн, книжный, театральный, ну, много очень, короче. Дидактическое пособие решено в формате pop-up книги. Такой формат был выбран для того, чтобы передать статику и динамику. Книжка вручную. Жан Пупап оправдан как дидактическое пособие, так как он предлагает задействует осязательный анализатор и развивает моторику. Ну, собственно, давайте, чтобы весь зал увидел это пособие. Погромче немножко. Это период белого скрузина, то есть книжка имеет трехчастную структуру по периодам, которые назвал сам Малевич. Черный, красный и белый. Ну вот были только что периоды, сейчас идет просто рассказ о этих периодах, ну как аналитический. Вот. Так, ну, собственно, что еще говорится. Формат книги — это квадрат, обложка черная. Разворот экшена на светлом фоне, так как все работы супрематизма идут на белом пространстве, которое имеет мирозданческий характер. И ну что еще? На каждом развороте цитата, которая характеризует развороты, характеризует супрематизм, ну, то есть именно характерные для супрематизма черты. Ну, собственно, все. Я, честно, работая на четвертом курсе, пытаюсь, чтобы они оставили какой-то маленький такой след для первокурсников, потому что когда мы все приходим в училище, то чтобы как бы у них уже был такой, как сказать, заряд. И Света, я очень благодарна, что она еще как наше время кажется, что это было очень давно. И так как есть интернет, то часто студенты там как секонд-хенд, еще раз секонд-хенд. А вот обратиться к первоисточнику бывает очень-очень трудно. И то, что Света меня послушала, и мы с ней вместе поработали, я ей, в принципе, благодарна. И все мы знаем Свету, что если бы у нас были все такие студенты, как она, то в училище хотелось бы приходить, работать и даже не идти на книгу одежды. Я ей благодарна. Работа, по-моему, говорит сама за себя и заслуживает очень высокой оценки. Mm-hmm.
Мария Леонидовна. Полный проект – это книга-разправка, которая уявляет собой дидактичный допоможник. Тема проекта «Супрематизм» – один из наиболее цікавих керунков у мастерстве 20-го стагодия. Вельми актуальна была обрана тема диплома, поскольку, возможно, некто не ведет, у 2015 году будет 100 годов черного квадрата. Даденная книга – цікавый приклад асенсування супраматизму і його головної ікони чорного квадрата. Книга-розкладка дозволяє скористати інтерактивний принцип усвоєння матеріалу, а інтеракціонізм – один з напрямків у сучасній педагогіці. Амаль кожен розгорток несе у собі новий інженерний принцип створення певної ілюзії або об'єму. Даденный дипломный проект спроба рассказать об мастерском керунку и навыцей особливой философской системе 20-го стагодия, використовуючи мову сродки сучасного дизайну, мову паперовой пластики. Магчыма, дипломный проект мог набыть еще больше становчей якости, коли бы автор звузил коло реципиентов и, соответственно, с этим конкретизовал подачу материалу, або для детей, выхованцев мастерских школ, або для студентов. Однако становчих якостей значно больше, чем за увагу. Дипломная записка выполнена на належном уровне, собрана достаточно корыстных материалов, про формы дидактичных допоможников, про жанр книг поп-ап, про мастерский керунок супрематизм. Дипломный проект характеризует выпускника мастерского колледжа как профессионального дизайнера, который способен создавать не просто речи, а речи, наполненные образностью, сенсом, речи, складанные по конструкции. Даденный дипломный проект цалком отвечает поставленным задачам и заслуговывает отзнаки 10. Кстати, у меня просьба, простите, вы не могли бы процитировать там еще фразу для Татьяны Алексеевны, она запишет и на ближайшем педсовете, когда мы будем обсуждать задачи методические следующего года, она просто воспользуется как подсказкой. Прочтите, пожалуйста. Какое педагогическое пособие? Да, 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 о его необходимости, нужности для студентов, а значит и для преподавателей. Есть, да? Спасибо. Я думаю, что это и вельми добрый дидактичный допоможник для студентов. А лишь я бачу, это як вельми добрый подарунок. Коли идти комусь там один раз женись, его гости, я думаю, для мастаков, для досвеченных людей, это будет вельми добрый и такие шиковые подарунки. Ну что, лишь у вас? Да. Спасибо. Все, окей. Но это тоже значит, что это не только подарок, это арт-объект, штабы проходят его с видеофильмами, какие зроблены про разворчивание этой книжки. Тоже может быть особенным. Видеофильм его можно поглядеть и крутить, потом плохо прочитать. Но там фильм на удалом высоком уровне. Зроблена сама книга и Бог вот я. Те технологии, які ви там проімітували, які вже не використовуються. Ну і да, на високим графічним зровні входом в планшет, на якому бачимо те, що є у книзі, і потім це бачимо. Мабуть, придумати в цей диск складну книгу. Сначала поглядите в коррестации, в инструкции. Так, так, Саправды, с густом и проект зробленный, цудовная книжка, просто ну, глядишь и издивляешься, хотя уже на своем веку, я думаю, уже дальше ну, не такое. Так, Светлана Юрьевна, вы величина, да, Саправды, серьезная тема, я уже раз повторяю, вот училище как-то, да, с темой серьезно подходится.
я не знаю, кто, но во всяком разе дать коллектив. Поэтому диплом заслуговывает вельми высокой отзнаки, и я вас веншую. Но вам надо далее учиться. Вы это видите? Да. Да, с нашей родной академии, из нашего родного, из вашей родной. Вот мне тоже показали там книжку, я, конечно, была очень удивлена, что дипломы эти уже такой высоты достигли. Но мне хотелось бы, чтобы комиссия порекомендовала училищу, чтобы эта книжка, ну потому что по большому счету это все-таки макет, то есть она сымитировала все, что можно там сымитировать, но это макет. Но эта книжка очень в тренде, что называется. Тут недавно была выставка, посвященная Малевичу. Будет столетие квадрата черного. Приезжал вот дальний родственник Малевича, представлял свою книгу. Очень хотелось бы, чтобы комиссия порекомендовала училищу, чтобы автор смогла показывать этот макет потенциальным издателям, все-таки найти средства, все-таки издать книгу. Потому что действительно к столетию квадрата это, наверное, было бы замечательным и подарочным изданием. Это не только методическое пособие, это во всех смыслах очень полезная, интересная книжка. Да. И для не просто детей, не просто студентов, а для всех. И очень хотелось бы, чтобы автор смогла довести эту книжку до тиража. Вот как бы вот так вот порекомендовать и посадить? Никаких проблем. Да, про Лесковского звертаемся. И еще Министерство информации, да. Это я к тому, чтобы книжка не осталась в недрах училища, как многие макеты, они просто лежат, потом никто не знает, как им толком пользоваться, и мало кто их видит. А ее нужно действительно показывать потенциальным издательствам, чтобы это можно осуществить. Спасибо.